Украинцы, активно выезжающие на заработки в Италию, находятся в зоне риска из-за эпидемии коронавируса на севере Апеннинского полуострова. Особенно обеспокоены родственники зарабичан, выходцев из южных районов области. Уроженцы Одесской Бессарабии и Придунавья, которые сейчас находятся на заработках в Италии, потенциальные переносчики инфекции. По словам руководства обладминистрации, Измаил – один из тех райцентров, который готов принять пациентов с коронавирусом. Сколько их может быть, неясно, поскольку сейчас даже нет точной информации о количестве наших зарабичан в Италии. Нардеп-мажоритарщик от Ринии Измаила Анатолий Урбанский пытается выяснить статистику у украинского МИДа, но пока безрезультатно. Кроме того, парламентарий раскритиковал министра здравоохранения Заряну Скалецкую за отсутствие вменяемых действий по борьбе с опасным недугом. Я уже данное письмо направил в Министерство иностранных дел Украины. Жду до сих пор ответа. Вероятно, у них там очень много сейчас таких запросов приходит. Но хочу сказать следующее, что я очень надеюсь, что на следующей неделе, в пятницу, когда у нас будет час вопросов Кабинету министров, мы получим более профессиональный ответ, и в том числе от министра иностранных дел на мой запрос. Я готов его получить даже в устной форме. Мне будет достаточно для того, чтобы дальше следить за развитием событий. Впрочем, до пятницы нынешний состав Кабмина может и не досидеть. Уже во вторник в правительстве, скорее всего, произойдут серьезные изменения. И собирать информацию о наших соотечественниках в Италии будут уже другие чиновники.